Во-первых, я хотел бы поблагодарить библиотеку нашего университета за этот замечательный проект 150 ученых МПГУ. Это прекрасный проект. Я сегодня с большим удовольствием расскажу вам о своем учителе и друге, и коллеге Валерии Ивановиче Жоге. Валерий Иван доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, один из тех людей, вся жизнь и деятельность которых связана с нашим университетом. Он поступил в МПГУ, учился на физическом факультете, специалист в области фил философских проблем физики и математики, теории познания. Он окончил, как я уже сказал, физический факультет в 1971 году, и в 1974 году, через три года после окончания, закончил аспирантуру там же и защитил кандидатскую диссертацию. Кандидатская диссертация была о взаимодействии свойств пространства и движении материи. Удивительно, такая тема, которую он защитил на физическом факультете, тема уже носила в себе такой философский аспект, и как будто бы он предполагал, что со временем будет философом и, между прочим, войдет в толстую-толстую книгу, энциклопедию Выдающиеся философа нашего времени. А со временем он действительно стал выдающимся философом много работал над темой пространства и времени и защитил докторскую диссертацию на тему «Философский анализ единства физического знания». Вот сама тема и докторской диссертации может уже свидетельствовать о том, что проблемы физики соединились там с проблемами философии, а также с проблемами педагогики, потому что как раз педагогическое знание во главе угла в этой диссертации стало. Как я уже говорил, Валерий Иванович человек университета, человек, который прошел весь путь от абитуриента нашего университета до э, декана э, факультета педагогики и психологии. Это был долгий и интересный путь. Он руководил комсомольской организацией нашего университета. Он был выдающимся общественником. В, во времена комсомола он строил комсомольские массы и направлял их на свершения разные. Вот. То есть, в принципе, как бы он очень известен в университете и за его пределами. После того как время Комсомола кануло в лету, воле истории, судьбы, Валерий Иванович не потерял своих организаторских талантов, своих способностей управленческих и продолжал работать в административной команде нашего университета. Он работал с ректором Петровым, работал с ректором Виктором Леонидовичем Матросовым и очень всегда был для них важной и значимой фигурой. Я помню Валерия Ивановича потому что он был действительно для меня учителем в административном плане и многому меня научил. Когда-то он был деканом художественно-графического факультета. Видите, как талантливый человек, талантливый во всем, талантливый. Да? И получается, что физик, философ руководил художественно-графическим факультетом. То есть, в принципе, как бы был таким очень талантливым управленцем и человеком, который многогранен в своих способностях и дарованиях. И вот после художественно-графического факультета, где он, кстати, очень много сделал, его старшее поколение худграфовцев, а я сейчас э, руковожу Институтом изящных искусств, старшее поколение худграфовцев его вспоминает с большой любовью, с большим уважением. Уже немного осталось людей, которые прошли весь путь тоже с факультетом, все преобразования, но Валерий Иванович помнит и любит и знает. И вот после худграфа он возглавил одно из важнейших направлений университета, стал проректором нашего университета и возглавлял такие важные направления, как воспитательную работу, работу социальную, работу со студентами, и курировал общежитие. И вот на всех своих этих постах он, конечно же, был очень умелым и опытным управленцем комсомольской школы, ему везде пригодилось. В какое-то время он был проректором по учебно-методической работе и также преуспел и в этом, его прекрасно знали в министерстве, во всех учебно-методических подразделениях нашей страны, и он, конечно, для этого сделал очень и очень много. Валерий Иванович э, был действительно человеком, который э, учил нас системно работать в, над административными поручениями, системно выполнять административную работу. И вот до сих пор мы э, очень даже ему благодарны за этот прекрасный опыт. Какие-то планы наши, какие-то сценарии, какие-то вот перспективы и так далее мы обозначаем так же четко и скрупулезно, как он нас учил. И это э, очень даже э, такая серьезная школа нашего. Друга и проректора Валерия Ивановича Жога. Валерий Иванович человек, которому было свойственно вот это вот бесконечное чувство эстетики. Понимаете, он был красив во всем. Он был. Огромный. Он был э, шикарный по одежде своей, по э, выбору, может быть, аксессуаров каких-то. То есть, ну, действительно, тот человек, который нравился женщинам. Он умел искрометно и ярко шутить. При всей своей такой кажущейся огромности, да, он э, обладал очень тонким чувством юмора. Валерий Иванович был тем человеком, который действительно связывал времена. Он МК действительно любил, это была его газета, которую он получал с утра, видимо, в почтовый ящик, тогда еще были такие времена, и с этой газетой дальше он, как говорится, весь день жил, она рядом с ним лежала на его письменном столе. И вот э, там, как вы помните, печатали э, дни рождения, кто родился в этот день. И вот вы знаете, э, казалось бы, прост, простой перечень имен, фамилий, но тем не менее Валерий Иванович э, осмысливал в своей голове это так, что он соединял это в удивительную совершенно связь времен, связь эпох. И мы слушая от него, когда мы могли сами прочитать это в МК, кто родился в этот день, какие интересные хитросплетения бывают в гороскопе, в астрологии, какие интересные хитросплетения вообще судьба нам дарит, что вот такие-то люди самые разные-разные родились в этот день и что они значили для мировой истории, для мировой культуры, и философии, и физики, и химии, вообще научного и любого другого знания. Конечно, мы тогда даже не думали, что это вот может быть как-то э, плод каких-то философских его занятий или физических упражнений. Нет, э, наверное, мы впитывали это как его человеческие качества, и это с нами осталось. Вы знаете, хорошему учится долго, оно остается. Говорят, что плохому учится быстро, и оно затмевает хорошее. Но вот в отношении Валерия Ивановича мы все помним именно это хорошее. Эту привычку к системе, привычку к тщательному выполнению поручений и своей работы, привычку к внимательнейшему отношению к слову, привычку к... Э -э внимательному отношению к литературному, художественному, музыкальному, любому другому образу. Вот это то, что прививал нам наш дорогой Валерий Иванович Жук. Вы знаете, удивительно, калейдоскоп его занятий был с ним всю жизнь. После того, как он был проректором, он работал проректором в университете очень долгое время, он работал деканом факультета педагогики психологии. Посмотрите, разные какие вещи, и психология, тебе, и философия, и физика, и художественно-графические какие-то вещи, действительно, он проявил себя во всем. Он неплохо рисовал. Он писал сам замечательные психологические миниатюры. Он был очень наблюдательным человеком. Его характеристики человеческих типов, его характеристики отдельных каких-то особенностей человека, но они были очень меткими. Они не уступали в меткости и порой в остроте лермонтовским характеристикам своих героев, если почитать внимательно тексты Михаила Юрьевича Лермонтова. Вот таким был облик Валерия Ивановича Жога. Еще он очень любил и знал Moscow. Когда мы с ним ездили по разным э, московским э, адресам и уголкам, он всегда рассказывал, где он был, э, чем дорог ему тот или иной э, район Москвы. Он рассказывал, где он родился, это совсем было неподалеку, здесь же в Хамовниках, вот буквально через дорогу э, на Погодинке э, в этом роддоме. Он рассказывал, где он жил, он рассказывал о своей семье, он рассказывал о том, э, где он любил гулять, ходить. То есть вообще Хамовники, Новодевичи, вот это вот все, вот десятилетие октября это были его родные улицы, родными места. И, конечно же, это передалось и нам тоже. Для нас это тоже стало своего рода родными местами. Уважаемые коллеги, я хочу сказать, что проект «150 ученых» — это прекрасный проект. Ведь сколько людей могут рассказать о своих учителях, коллегах и друзьях — это, наверное, редкая возможность и очень хорошая возможность. И мне бы хотелось верить, что 150 ученых, о которых мы расскажем, это те самые 150 людей, которые как, что называется, родились и выросли в нашем университете, чей жизненный путь весь связан с нашей Alma Mater. Но э, так это или не так, покажет время. А если их будет даже больше, чем 150, это прекрасно, потому что наш университет ждут и другие юбилеи. Сейчас там 150 в 2022 году, дальше будет 155, 160 и и так далее и тому подобное. Так пусть же не иссякнет. Вот этот вот потрясающий кладезь и список замечательных, талантливых ученых, наших учителей, великих людей, тех, памяти которых в наших сердцах живет и традиции которых мы будем продолжать. Спасибо большое за внимание. Предлагаем вам познакомиться с трудами Жога Валерия Ивановича, которые хранятся в фонде библиотеки МПГУ. Издания, доступные в электронно-библиотечной системе МПГУ, сопровождаются QR-кодом для перехода к электронной версии. В 1986 году Валерий Иванович защитил докторскую диссертацию Философский анализ единства физического знания, который обосновал преимущество реляционной концепции пространства и времени в сравнении с субстациональной представление о единстве физического знания через посредство категорий симметрии и асимметрии, порядка и беспорядка, линейности и нелинейности, когерентности показывает эвристическую роль фундаментальных физических и математических постоянных в научном познании, обосновывает представление о конструктивном характере математического мышления, анализирует влияние физикализма на обоснование современных научных теорий. В настоящем юбилейном издании научных трудов МПГУ представлены работы ведущих ученых университета. Среди работ есть статья Валерия Ивановича Жога ⁇ Образовательное пространство ⁇ Авторы учебного пособия пытаются восполнить пробел, который существует в методологической подготовке магистрантов по специальности ⁇ Организационная психология ⁇ Данное учебное пособие содержит идеи, актуальные для понимания и объяснения современных проблем психологии организационных изменений и организационной психологии. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной памяти российского ученого-педагога Виталия Александровича Сластенина, отражают современные направления и тенденции развития педагогического образования. В данный сборник входит статья «Жога. Семья и любовь как основа самосознания». В данном пособии рассматривается роль понятий пространства, времени и симметрии в структуре физических теорий. Анализируется взаимосвязь микро-, макро- и мегапространства и времени различных типов физических взаимодействий теории Великого Объединения обсуждается роль фундаментальных физических постоянных в формировании единого физического знания. Труды научной конференции Международной академии наук педагогического образования «Профессионализм педагога. Компетентностный подход в образовании» отражают научный потенциал консолидированных индивидуальных и коллективных членов Академии по одной из актуальных проблем научных изысканий. В данный сборник входит статья ⁇ Жога ⁇ образование как социокультурный феномен ⁇ В монографии освещаются основные этапы истории старейшего и крупнейшего вуза системы российского образования, первого педагогического университета страны. На фоне истории нашего Отечества, через судьбы и дела нескольких поколений профессоров, сотрудников, студентов, своим трудом и талантом, завоевавших университету доброе имя, признание и славу, характеризуется вклад МПГУ в дело народного просвещения отечественной науки и культуры. В статье показано, что в современном мире, когда капитализм приобретает новое качество, становясь социокогнитивной системой, от образования зависит будущее общества. Встают новые проблемы, связанные с катастрофическим ростом информации, сложностью ее отбора и интерпретации. При этом социокультурная ситуация осложняется тем, что образование сводится к получению знания, игнорируя его ценностно-мировоззренческий аспект. Целью статьи является изучение закономерностей и социально-психологических механизмов религиозной идентификации молодежи современной России. В статье обосновывается вывод, что религиозная идентификация способствует образованию в структуре личности новой системы индивидуальных свойств, ограниченных религиозными канонами, способствует возникновению полиморфных связей между религиозными представлениями и другими индивидуальными свойствами личностями и приводят к ограничению индивидуальности. С перечнем работ Валерия Ивановича Жога, хранящихся в библиотеке МПГУ, можно ознакомиться в электронном каталоге МПГУ. Представленные издания доступны для работы в отделах библиотеки МПГУ.